Строительный журнал «Горячий мастер» представляет. Это видео мне прислал зритель на консультацию. И, в общем-то, так получилось, что его контакты были утеряны, он не смог получить правильный ответ. Так вот, здесь, то есть, получается как? Вот они лаги лежат. Лаги лежат. И над лагами еще идет один брус, как бы как порог. Продухи, в принципе, установлены. Я думал, как сделать. То есть по низу лаг, вот так вот по низу лаг, положить шифер. Вот этот промежуток засыпать керамзитом. Здесь, соответственно, залить бетонную плиту где-то вот пополовину и потом сделать уже теплый пол, чтобы у меня полы были вровень с этим порогом. Вот, ну не знаю, правильно думаю или нет. И я хотел бы вот всем показать эту тему, потому что она довольно живая эта тема. Здесь в доме из бруса, ну можно сказать, из бревна, установлены деревянные балки. Да, во многих домах установлены деревянные балки, и люди озабочены тем, чтобы у них был бетонный пол в доме, где есть деревянные балки. Ну ладно бы, если бы дом был старый и с никакими подпольями, и с никаким фундаментом, тогда были бы проблемы. Но тут, вы видите, есть бетонный фундамент, в котором даже есть продухи. А зачем нужны это тогда эти деревянные балки, если вы хотите получить бетонный пол? Все равно вы хотите что-то там куда-то вешать на какие-то деревянные балки, хотите опереть свой бетонный пол. Тогда деревянные балки не нужны изначально. Но если они есть, то их можно тогда просто убрать. И вместо них на бетонное основание, на бетонный фундамент опереть что-нибудь стальное, какой-нибудь каркас из труб, который вы можете купить где-нибудь в скупке металла, в Чермете, сделать пару центральных опор и наварить там из разного барахла себе целый, так сказать, каркас, стальной каркас, на который будет опираться у вас железобетонный монолитный пол. Все будет опираться на ваш бетонный фундамент. Пожалуйста, как угодно можно городить потом по стальному каркасу любые железобетонные полы, хоть с подогревом, хоть без. И не нужна никакая лишняя работа. Просто еще раз скажу, если дом новый, то сразу планируйте его, если вы хотите где-то сделать бетонные полы, то сразу откажитесь от деревянных балок. Или просто выкиньте их. Потому что все равно деревянные балки сгниют, и ваш пол когда-нибудь все равно провалится. Даже если вы будете его утеплять какими угодно использованными или новыми контрацептивами. Все это абсолютная ерунда. Поэтому не занимайтесь самообманом. Не думайте, что поставив деревянные балки, вы выиграете в цене. Купить новый металл или купить старый металл все равно будет гораздо выгоднее, потому что это будет сделано долговечно. Самое главное, чтобы в местах контакта бетонного пола с деревянными стенами из бревна или бруса был какой-то вентзазор. Уважаемые зрители, вы можете задавать вопросы любой сложности по вашей стройке, реконструкции, планированию участков, домов и всего, что относится к строительству, через WhatsApp. Перед вами номер WhatsApp и номер телефона «Горячего мастера». Это совершенно разные номера. Жду ваших вопросов.